Так вас досмотр или осмотр? Досмотр. Так должны, значит, быть понятые. Да, понятые при личном осмотре. Нет, понятые при досмотре. Осматривать я могу вот так вот вас. А? Осматривать я вот так вот могу, а когда личные вещи смотрите, копаетесь личные в карманах, вещи, да. Это досмотр, должны быть протоколы, должны быть понятые. Где они? Значит, вы можете не выпотрашивать карманы, молодой человек. Вы попросили выложить все. Не выпотрашивайте ничего. Сейчас вам туда подкинут какую-нибудь херню. Ну, в карман. А потом буду говорить, что это ваш. А вы кто, собственно? Я человек. Человек? Мы уже вот познакомились, мы друзья вон. Разрешение на съемку? Да, есть. Болит. Конституция. Конституция? Так вы так и будете? В смысле, что будет? Или еще? Да, конечно, можете. Ребят, на будущее досмотр составляется с протоколом, с понятыми. А иначе вам подкинут наркотики. И потом будут из вас деньги выдаивать. Мы так и в УМВД. Понимаете. Как обычно они это и делают. Да, это конечно. Конечно. Тут же не трудно попросить у полицейских. Сделайте протокол, позовите понятых. Да здесь, дружище, когда прохожий останавливает. Если людям скрывать нечего, почему? Они могут показать, если мы сейчас скрывать, мы естественно... Так я же не говорю с точки зрения скрывать. Я же говорю с точки зрения, что мало ли вы нечистый на руку полицейские, вы подбросите что-то. Понимаете, это может... Я же не знаю, я же про вас ничего не знаю. А? Под это каждый может что-то поговорить. Ну, конечно, конечно. Поэтому я говорю, надо, чтобы все было по правилам. Граждане вызвали подозрение. Конечно, поэтому, если подозрение вызвали, значит, надо, ну, по правилам. Вот сейчас найдете у него героин, допустим, и как будете доказывать на суде, что это его героин? Ну, при понятых, вызов понятых. Вот именно. А когда уже понятые придут, человек скажет, меня уже второй раз обыскивают. Второй раз. И другие люди могут доказать, что его обыскивали до понятых. И все в суде развалится. И даже и нормального наркомана не сможете посадить. Ну, согласен. Надо все делать по правилам. А то вот вы у них просите исполнение там правил каких-то законов, а сами вот даже без шлемов. Вы же в неведомственные? Для другого дается. Нет, если на выезд, если по каким-то подозрениям, еще какие-то делаете свои там служебные обязанности, вы должны быть правильно одеты в шлемах, в бронежилетах. Правильно, мы экипируемся, когда вот. Сигнал тревог получаем. Правильно. Да нет, да, все правильно. Нет. Абсолютно правильно. С вами согласен. Вот сейчас он пистик достанет, а у вас каски нету. А что, оно от пистика спасает каску? Мало ли, рикошетом. Перегибайте, мало ли.